Я думаю, что каждый вид этого видео. Мистер Мерк забрал обо мне. Мои друзья ждали этого очень. И сегодня оно выходит. Приятного вам просмотра. 2016 год. Я начал играть Pixel Gun и решил снять видео. Сначала мне нужно было придумать никнейм. Придумался никнейм игрока канала Лукаса Плей. Но спустя, когда я выложу два видео, я думал, что этот никнейм не подходит. Так и решил сделать свой никнейм Vimega112. Я его взял из зарубежного ютубера Vimega112. Я это специально назвал, чтобы не копировать. Поэтому это вот. Просто вот я решил его так назвать. И так продолжалось до 14 мая. 14 мая я потерял свой старый канал. И меня накинуло на основной. Мистер Vimega. Первое видео там было по бокстрайку. Потом спустя несколько дней у меня вышло видео по этому. По Vimeworld. Те самые видео я удалил. И дальше... 31 видео, которое у меня сейчас на канале, 5 августа 2016 год, выходит видео баги Pixel Gun 3D. Баг там не было. 31 октября 2016 года выходит мое самое первое интро. Но если у меня еще интро, которое я удалил, и вспоминать вообще не хочу. Поэтому этого интро уже не будет, или я, возможно, его выложу опять. В 2016 году выходит мое первое видео по бокстрайку. 30 января 2016 года выходит мое первое 3D интро. Спасибо Ядру, что мне он такое интро сделал. февраля 2017 год выходит первое видео по привет соседу на Vimeworld. И я такой думаю, что это не очень хайпово, поэтому 6 марта 2016 год, когда я узнал про запасной канал... ЗАТКНИСЬ! И поэтому в 2017 году я начал снимать это видео. 6 марта 2017 года начал пиарить Vimega112, и это нихера было не хайпово. А вот сейчас, ребят, начинается самое интересное. 7 марта 2016 год выходит видео по смешным моментам Блокстрайк. 8 марта 2016 года выходит вторая часть. 9 марта выходит третья часть. Когда после «Привет, сосед» вышел мемный ролик, я... Это, короче, смешные моменты очень надолго закрылись. 26 марта выходит первое видео по МФС Карбон. 1 апреля 2016 год выходит 4-я часть Вежних моментов БС. И надолго закрывается. Ребят, сори, я там говорил, но у меня просто было микро выключено, я только это заметил, поэтому сейчас я вам расскажу это заново.
2018 год. Был выложен второй эпизод Блоксберга. 8 октября 2018 год. Я начал играть в Food Escape 6. И тут понеслось. Или добавляю музыку в эту игру. 4 ноября 2018 год. Открылся не только Блоксберг, но и проект Dead Island. Это сериал так жестко хайпанул, что мы продолжали снимать. 5 ноября выходит вторая часть Dead Island. 10 ноября 2018 год. Выходит пятая часть мишних моментов Блокстрайки. Забросил я ее очень надолго. И, кстати, ребята, 16 часть скоро выходит. Да-да-да. 3 декабря выходит 4 эпизод Dead Island. 25 декабря выходит 5 эпизод Dead Island. Чуть не забыл. 16 ноября выходит 3 эпизод Dead Island. Как он оказался тоже мемным, как и первый эпизод. 31 декабря 2018 год. Я спалил свое лицо наконец-то, которое я обещал еще на 200 подписчиков. Я надеюсь, такого больше не повторится. 2019 год. 6 января я прошел 101 день в Geometry Dash. 12 января выходит моя первая музыка, The Food. Она так хайпанула, блин. Но это еще не самое главное. 14 января выходит мой первый ритм. 18 января была съемка Dead Island второго сезона, но вместо него вышел ритм. 22 января вышел интро на Dead Island. 22 января выходит четвертая часть, все мои интро. 30 января 2019 год. Выходит моя музыка The Food в хорошем качестве. Это большое спасибо Зиаварку и Фьюпсу, что он мне тут помог. И вот тут просто началось. 14 февраля. Food Escape 6 готовится к закрытию. И я быстро снял видео по Фей 6. Когда они хотели его закрыть. Элит мне сразу написал, как ее спасти. Я сразу же принялся за спасение. Звал я очень много игроков в эту игру. И поверьте, ребят, это сработало. Да, могу сказать спасибо, что помогал этой игре. Итак, 22 февраля был выложен геймплей на Фей 6. Чтобы спасти игру. 25 февраля выходит моя самая популярная музыка. The Island. Сейчас на ней 8 лайков. Это... или 9. Спасибо большое, кто помогал мне тут с этими музонами. Спасибо большое. 7 марта появился в ДДМ появился мем. 15 марта Фей 6 будет спасен. До 30 апреля до 2 мая возвращается Блоксберг. 3 мая выходит вторая часть по Фей 6. 5 мая я вернулся на старый канал и снял два видео. Возвращение и видео по Geometry Dash. Если вы не знали, я реально вернулся на старый канал. Я оставлю вам ссылку на старый канал, если что. Вот так вот дела. Так я развивался. Я думал, что я не хотел копировать Винмегу 112. Поэтому я решил придумать мистер Винмега. Чтобы было намного лучше. Я надеюсь, вам это видео зашло, понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока.